неприятности, зайдет по адресу. Возьми мои слова и начинай идти. Меня уже нет. На, иди уже. Понятно, что Дима не будет браться за такое дело. Будет он тебя мараться за какой-то там мануфактуры. Что мне делать? Эти налетчики меня сведут с ума. Ну скажи уже, скажи, пока у меня не выкопило терпение. Хорошо. Ты получишь свой процент без вычета. Каждая девушка имеет свой интерес в жизни. И только я одна. Живу, как ночной сторож при чужом складе. Или делайте со мной что-нибудь, фу, папаша. Или помолчите, папаша. А что вы думаете? Об выпить рюмку водки? Об дать кому-нибудь по морде? А что вы думаете? Ой, молчи.